На телеканале «Беларусь 4 Гомель. Новости спорта» в студии Максим Савин. Здравствуйте. Завтра мужской гандбольный «Гомель» проведет очередной поединок чемпионата Беларуси. В гости команде Сергея Цыганкова пожалует могилевский «Машека». В первом круге дружины играли в Могилеве. Сильнее были хозяева – 31-29. Нынешний поединок пройдет на паркете Гомельского дворца игровых видов спорта. Начало в 19:00. В казахстанском Павлодаре проходит 9-й международный турнир по боксу среди мужчин на призы Рафаэля Вахитова. Участие принимают спортсмены из России, Беларуси, Украины, Таджикистана, Монголии, Венгрии, а также со всех регионов Казахстана. В составе белорусской команды два представителя Гомельской области – это Михаил Сулимов и Артем Петров. В первый день соревнований оба спортсмена одержали уверенные победы и теперь поборются за путевку в полуфинал. Гомельчане выиграли командный зачет первенства Беларуси по спортивной гимнастике среди спортсменов в возрасте 17 лет и моложе. Соревнования проходили в Гомеле. У юношей в многоборье по программе второго разряда золотую медаль завоевал Владислав Агапитов, бронзовая – у Алексея Родионова. По программе третьего разряда у гомельчан серебро и бронза. На пьедестал поднимались Илья Ткаченко и Никита Гусаков. В отдельных упражнениях Вадим Скобов завоевал одну золотую медаль в упражнениях на брусьях и две бронзовые медали в упражнениях на перекладине и на коне махи. У Владислава Агапитова в копилке 5 наград. 3 золота в упражнениях на брусьях, коне махи и вольных упражнениях. И 2 серебра в упражнениях на кольцах и в опорном прыжке. Валерий Качанов завоевал бронзу в вольных упражнениях. Никита Гусаков в упражнении на коне махи. Алексей Родионов в опорном прыжке. В командном зачете гомельские юноши заняли первое место. У девушек только одна награда. Елизавета Стрижко стала второй в вольных упражнениях. Участие в первенстве Беларуси принимали около сотни спортсменов. В Гомеле состоялась областная спартакиада детско-юношеских спортивных школ по тяжелой атлетике. Возраст спортсменов 14 лет и моложе. Состязались атлеты в спорткомплексе «Гомсельмаш». Первое место в общем зачете заняла команда «Лельчицкой Сдюшор». На второй позиции разместились воспитанники «Сдюшор» номер 2 Рогачева. Замкнула тройку сильнейших команда Хойникской детско-юношеской спортивной школы. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь 4».